всегда позитив, это всегда улыбки. И когда мы видим, что дети довольны, это самая лучшая награда для нас, для организаторов, и отметка нашего труда. То, что это первый раз давало бы нам, наверное, скидку на качество организованного процесса, но это не так. И я посмотрела, и тренерский состав подтверждает, и специалисты, которые приглашены, и Знайка, эксперты. И многие другие говорят, что это круто. Главное, что так говорят дети, им нравится. И мы думаем, что это будет каждый год. iPhone X. Вот, молодцы. Две такие составляющие у нас. Первое, это мы привезли детей из Норильска и Красноярска, которые победили, заслужили это право приехать в Москву и заниматься с основным составом ЦСКА. Второе, это дети, которые через конкурсные процедуры прошли из Москвы, из разных регионов, Питера и многих других городов, которые заслужили право тоже заниматься в этой группе. 80 с лишним человек приехало, и это новый тренерский состав для них, это новая обстановка жизненная. А это ведь маленькие дети, с 9 лет до 15, да, в 15 лет они уже понимают, что делают, а в 9 лет, естественно, для них это большое событие жизненное, оно запомнится на всю жизнь. Мы тренируемся, нам показывают новые движения, чтобы мы это запомнили, потом самостоятельно делали эти тренировки. К нам приехала ЦСКА и сделали турнир из 4 команд. И какая команда выигрывает, такая и, ну, и поехала. И получается, мы заняли первое место и нам дали путевку в ЦСКА. Больше всего тут нравится то, что иностранные тренера, и они привозят много нового, и ты узнаешь больше тренировок. Что ты такого никогда не делал, и тут такое. Безусловно, мы поддерживаем интерес к игре, мы не только учим, мы стараемся дать им возможность проявить себя. Тренировки построены таким образом, чтобы они в один и тот же день могли использовать ту информацию, которую получили утром. Мы создаем игровые ситуации вечером для того, чтобы они могли использовать эти знания, насколько это возможно, и получали удовольствие от того, чем занимаются. Стараемся выдерживать довольно высокий уровень требований на тренировках и помогать ребятам развиваться в игре. Помимо этого, у нас очень интересные гости каждый день. Ребята узнают что-то новое для себя и в плане питания, в плане того, как они должны следить за собой, от докторов, от тренеров и от бывших игроков. As I said to them, they need to believe on what they're doing. They need to have a trust, but at the same time, they need their work ethics. They need to be as a standard something, with a lot of based on daily work ethic that they need to develop every time. In a few years, in 9 years, they may become next Viktor Hryapa, next Voronchis, next Vitali Filitson or whosoever. Moscow!